Почему в средние века 40-летний человек был глубоким стариком, а сейчас это расцвет? Что больше влияет на продление молодости? Комфортные условия жизни или развитие интеллекта? Почему человечество продолжает молодеть? Доктор ответит на все ваши вопросы. 3 ноября в студии главный врач Самарской гериатрической больницы Мария Дмитриева. Программа «Звоните доктору». 3 ноября в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».